with them balls like it's FIFA. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect upon the track. Всем здарова, народ, на канале Бублик Channel, и сегодня мы с одним из моих модераторов, а именно модератором группы ВКонтакте, пойдем открывать контейнеры. Я не знаю, какие именно, скорее всего, японские. Альфреда, ты что будешь открывать? А, на что денег хватит? Ну, короче, я буду, скорее всего, открывать японские, сейчас возьму, сниму денег, и еще нужно полечиться. Полечимся и отправимся туда, там уже увидимся. По ссылочке в описании обязательно переходите, скачивайте провицу и не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, погнали. Короче, я могу за один раз две Японии открыть. Как? А, смотри, объясняю. Сначала я ставлю ставку сюда. Ставка проходит, когда доходит до 20 секунд, ты ставишь ставку здесь. Потом из-за этого здесь сбивается и добавляется 10 секунд, понял? Здесь добавляется 10, а там 10 нету. И то опускается, и получается там открывается, я прибегаю сюда, здесь 10 секунд дополнительных, и я перебиваю твою ставку. Сколько ёбаный мошенника, блин. Слушай, я думаю, это будет забавно. Он поставил. Давай обратно. Он поставил. Когда перебьем его? Ну, перебьешь его, но попозже. Сначала мне перебей. Ладно. Через 10 секунд мы перебей. Через 10? Да, в 30 когда будет. Мы его перебиваешь, только не убегай. Перебивай. Перебил. Я перебил, еще перебивай. Еще. Еще. Все. Все. Да. Иду открывай, да? Иди, беги тот, беги. Там же времени мало. Давай. Перебивай. Перебил. О, ты поднял. Я сейчас смогу тебя тоже перебить. Так, а ну-ка, у меня открывается. У меня конт открывается. Что у меня выпадет? 4 секунды, я бегу сразу к тебе. Я не хочу смотреть даже. Нет, надо смотреть. Вариант 10 секунд. 9. Блять, 8. Супра! Я в минус. Я бегу к тебе. Хочешь, я тебя перебью? Не успеешь. Успею! Я успел! Перебить? Да, я перебил. Да, перебивай, можешь перебивать, если хочешь. Ты хочешь открыть его? Не, давай, чтобы больше приз был, шанс. Давай, попробуем. Давай. Да, дам стон, давай, все. Все. Так, я ж последний. Что в прошлой Японии выпало? Не Оку прошлое было. Прошлое было Супра. Хочу NSX. Блядь, Цивик, это жесть. Вообще Японию невыгодно открывать. Я в итоге... Да я его в гос слил. Смотри, в итоге в минус, насколько я ушел. У меня было... Давай посчитаем. Я открыл один контейнер за полтора, выпал за 850. Это уже минус 650 косарей. И здесь я открыл за 1 100 000 и выпало за 750, по-моему. Пиздец. Короче, я на лям в минусе. Да, я на лям в минусе. Жесть. Просто жесть. Ставим ставки. Я ставлю на то, что выпадает твой любимый Рено Меган, и мы уходим отсюда. Ну, если ты окупишься, то ты мне, во-первых, вернешь мои 1.5 миллиона. А если не окупишься, то не верну. А если не окупишься, то получается, что не вернешь, да. Так что давай, открывай, и будем верить, что ты окупишься. Кстати, Вольво еще, возможно, может выпасть. Я не смотрю. Не смотри, я смотрю. Нет, я тоже не смотрю. О! А я говорил, что твой любимый Рено Меган выпадет, блядь. Блядь, пиздец, на твой бед. Сожри за 1.5 ляма Рено Меган. Приятного аппетита. Боже мой, как это дерьмо могло выпасть. На этом открытие с Альфреда закончилось, потому что вообще ничего не выпадало, да и уже позднее время было. И сами контейнеры приезжали не те, которые нужны были, и я решил перенести открытие. И вот уже другой день, и я открываю с Даной. Итак, значится, я ставлю ставку в 1 миллион, я хочу красивое число, телефон, давай ты сейчас вот не будешь вибрировать, 1, 1, 1, 1. 2 миллиона. 1, вот так, чпуньк, какое красивое число. Это число нет. Означает, что выпадет прямо сейчас Honda NSX прямо сейчас выпадает, потому что я сделал такую красивую вот тему. Вот, где она, так, слива мне не нужна. Или это GTR. Ну, либо GTR 35-й. Вот, либо Honda. Типа, либо ты просыпаешься. Либо я просыпаюсь с чайником, да. Ну, я надеюсь, то, что я проснусь прямо сейчас с NSX. Если выпадает NSX, Дана, то ты
Делаешь сальто прямо в провинции, как о, хочешь. О, богатая автоматичная. Да, здесь выпадает, проверяйте, пацаны. Чайник 2020 года. Ой, бля, честно, мне из Японии только один раз что-то годное выпадало, это был GTR. Всего хорошего. В минус на 200 тысяч. Получается, мы пешком отсюда уходим? Надо было не выпендриваться. Да! Получается, что так. Так, все, ты обновила таймер, а на Японии таймер не обновлен. Да, на Японии таймер идет. Сейчас я открываю, получается, что там такое? Все нормально. Все, все, все. Так, Японию сейчас, я даже смотреть не хочу, что там в Японии, я сразу ставлю сюда. Сейчас он откроется. Так, все, он открылся, я ставлю сюда. Да, я не могу. Я не могу. Ебан. Да, но я не могу открыть ставить. Что мне делать, а? Лиф! Какой лиф? Я верну о, тебе. Беха. Беха, блядь, ты в минус ушла на 100 тысяч, я тебе верну. Я знаю. Так. Так, продать. Сколько? Шамка, давай я тебе перечислю сейчас. Тут еще ставят, на Россию ставят, я на Россию перебиваю, Дайдана. Я пришел на Россию ставить. Так, ладно, давай. В России тоже поприб... Я тебе верну сейчас 100к. Блин, я не знал, да, то, что если тот открылся, да, то я не смогу. Нет, ну что со мной будет? Оскорбите! Что происходит? Кто тебя оскорбляет? Дебил этот, который, я ему ставку перебила. Вот он. Чем черт не шутит? Эй, я буду до талого. Интересно, что выпадет. Блин, ну он меня прям, знаешь, так этот бодрит. 350. 350. 350 косарей поставил на Россию. Боже. Я перебил. Я перебил. 400к. 400 тысяч на Россию. 400, давай еще 200. 406. Давай. Да это дело принципа, давай, алло. Давай, даже, семь, это, суть давай, в том, давай, что давай, сейчас это уже дело принципа. Я понимаю, что он может поднимать просто так, но я не хочу давать ему этот контейнер. Пусть я солью бабки. Давайте, давайте, давайте. Я солью бабки, но я буду перебивать. Я буду перебивать, мне похер. Я видел, пацаны какие-то 1.3 кк, блядь, разбили этот контейнер в свое время. Какие 1.3 кк набить? 1.3 кк, учитывая, что там самая дорогая тачка, в ГОСТ 900к сливается, да? Нет, там победа на сколько-то миллион. Это было дело принципа, братан, я не мог отдать тебе этот контейнер. Едет. А что тебя не перебивают? Иди его перебивай. Не надо, не надо, не надо. Бля, пиздец. Пиздец. Пиздец-то. Мы уже до 250 тысяч дошли. Я сейчас опять какую-нибудь хрень выбью. Осуждаю. Какой-нибудь АК. Пацаны, пацаны, там 200, ставьте по максимуму. Ни хрена себе, молодец, слушай. 14 тысяч, да? Чё там, чё там выпало? Чё выпало? Там 12. Ну, лада, лада. Лада. А. Ну, там мог на 13, что ли. Где дверь, блин? Приехала. Я тут чуваком перебиваюсь. За контейнер. Но мне нужно открыть его для видоса по-любому. Я ставлю 28 тысяч, как коэффициент 21. 267 тысяч и приора. Да, бля. В окуп, пацаны, 293. Я сказал, что это лада приора. Бля, да, пожалуйста. Капец. Я, Дана, Дана, похоже, что я в радостный пиздец какой, да? Я сказал же, да. Пиздец, да, похоже? Выпадет лада приора. Вот такое у нас получилось открытие контейнеров. Честно говоря, я не считал, но мне кажется, что я ушел в минус где-то в районе 4 миллионов. Это с учетом того, что полтора я отдал Альфреда, и он их благополучно проиграл. Ну а если вам не лень, то вы можете посчитать, насколько я ушел в минус, написать в комментариях, и я вставлю этот комментарий в следующий ролик. Также, ребята, если вам понравилось открытие контейнеров, вы хотели бы увидеть продолжение, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас я буду заканчивать. Всем удачи, всем пока-пока. We'll be right back.
shrooms in my dressing room.